Всем привет, с вами Вильямс ТВ, и сегодня у нас на обзоре Милка с тремя различными видами шоколада. Первый слой, значит, идет у нас молочный, второй идет у нас белый шоколад, и третий это просто черный шоколад. Стоимость данной шоколадки составляет 129 рублей, и вес ее 250 грамм. Я считаю, что это очень хорошая цена, потому что даже если посмотреть тот же Alpen Gold, который весит там в районе от 85 до 100 грамм, стоит 80 рублей. То есть, а здесь Милка, хороший, качественный шоколад. Итак, давайте, наверное, мы разрежем и посмотрим, как он выглядит внутри. Итак, ребят, распаковываем пачку и смотрите, как он выглядит. Очень забавно. Смотрите, коровы нарисованы и логотип, собственно, Милки. Очень прикольно. Итак, достаем. Вот такая она здоровая. Она даже не влазит в тарелку, блин, болеет вот с этими таблетками, уже заговариваться начал. Вот, смотрите, вот так она выглядит. Очень так, внимание, так скажем, к себе привлекает. Отламываем, и вот как она, значит, выглядит в разрезе. Как я и говорил, молочный внизу шоколад, всеми нами любимая Милка. Потом просто белый шоколад и черный. Давайте, собственно, продегустируем. Первое, ребят, что нельзя не отметить, это очень большие кусочки. Я, смотрите, съел одну половинку, грубо говоря, один квадратик. И уже так сытно, то есть он очень толстый, то есть если простая Милка, она тоненькая, то здесь прям вообще конкретно. И вкус ощущается все-таки наш любимый молочный шоколад Милка. То есть вот этого горького, ну черного шоколада вообще практически не чувствуется. Чувствуется, значит, вот этот молочный сладкий и немножко вот этот белый шоколад. Поэтому я, наверное, продолжу дегустировать. Ну а вам приятного аппетита, если вы кушаете, и советую попробовать тоже, так как цена, в принципе, довольно-таки приемлемая. Всем спасибо, кто смотрел этот обзор, до встречи в новом выпуске, пока!